Даже холодный ветер не остановил болельщиков футбольного клуба «Анапа». Пришли посмотреть игру. Матч высшей лиги открытого чемпионата Краснодарского края представлял собой зрелище яркое во всех отношениях. Борьба шла нешуточная. Анапские футболисты поставили перед собой цель – завершить сезон без поражений. С такими серьезными соперниками эта задача не из легких. На поле стадиона «Спартак» анапчане принимали команду «Труд» из Тихорецкого района. Напряженная получилась игра, однако наши футболисты вновь одержали победу. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу анапской команды. Минувший сезон для футбольного клуба «Анапа» прошел весьма успешно. Ни одного поражения и досрочная победа в чемпионате. К тому же анапские футболисты завоевали суперкубок Кубани. «Анапа» так держать.